В субботу парк «Скидские пруды» стал парком профессий. Юные посетители могли на время превратиться в пожарных или медиков. В 10 лет очень хотел стать медиком. Даже читал книги разные, смотрел фильмы там про медиков. Ну а потом как-то интерес уже ушел. Захотелось стать режиссером. У меня просто очень много грамот за стихотворения. Я сам писал стихи, рассказы. За это тоже получил грамоту. Но смотрю, у тебя ловко достаточно все сегодня получилось. Может быть, все-таки медики нам немножко больше нужны, чем режиссеры, как ты думаешь? Я сейчас даже не знаю, что выбирать. У меня вот стоит между медиком и режиссером. Кто знает, быть может, именно путешествие по парку профессий станет для Дмитрия отправной точкой в медицине. Несомненно, полезно. Они как-никак будут хотя бы иметь представление о том, что их может ждать в будущем. Может, для кого-то это будет, я не знаю, каким-либо также толчком, чтобы стать в будущем фельдшером тем же самым. Сергиево-Посадский колледж презентовал сразу несколько строительных специальностей. Организовали экспресс-мастер-класс по укладке плитки. Фестиваль «Парк профессий» прошел 4 июня во всех парках Подмосковья. Но вот форма проведения и насыщенность программы каждый парк выбирал сам. У команды «Скидских прудов» это вышло на отлично. «Скидские пруды» вообще один из лучших в области по оценкам Министерства благоустройства. Наш парк был отмечен и стоял в презентации на первом месте. То есть, конечно, важно финансирование, да, важно деньги, важно обеспечение. Но и когда есть в парке душа, мне кажется, в Скидских прудах и в Покровском она у нас точно есть. Не надо наших жителей говорить, что приходите, да, будет интересно. Все же сами знают, гуляют. У нас в парках на входе стоят счетчики. Вот в двух парках здесь и в Покровском, в Ходьково, только за 4 дня без выходных, без сегодняшнего, да, парки посетили уже почти что 20 тысяч людей. На сайте парка «Скидские пруды» всегда можно увидеть афишу предстоящих событий, но летом, пожалуй, можно даже без предварительного ознакомления прийти в парк и найти интересное и вкусное занятие. Например, мастер-класс по приготовлению бургеров. Готовить под музыку приятно, а вот выступление четвероногих участников события разместили подальше от ароматных котлет. Начинает свою работу собачья площадка. Ну и у нас была задача немножечко обучить детей, рассказать, что такое собака, какие профессии есть связанные с собакой. Тем, кто не побывал в парке в минувшие выходные, советуем не расстраиваться. Впереди еще много интересного. Мы лето только начали. Начали ярко, красиво, интересно. Плюс совместно с проектом Министерства культуры о том, что есть системное расписание, есть новые крупные праздники, то мы, я думаю, этим летом только зажжем. Можно сегодня понять это по настроению учреждений, которые пришли к нам в гости и тоже подготовились к этому празднику. И многие еще хотят прийти. Я думаю, что лето будет насыщенным, интересным. Главное, чтобы погода нас не подвела. Оксана Мирошникова, Вячеслав Шумов. Программа «События».